Первой в списке налогового инспектора и судебных приставов оказалась организация на транспортной улице Воденцова. Как выяснилось, ООО «Велла» арендовала помещение на территории насосного завода. Правда, вот уже пару недель, как никто из сотрудников в помещении не появлялся. Они вообще такая фирма, она что-то здесь редкость бывает. Я даже не знаю, чем они занимаются. Они должны 8 миллионов. Как выяснилось, ООО «Велла» должно не только государству, но и арендодателю. Договор о съеме пока не расторгнут. Долг руководство организации обещало вернуть. Долг за аренду, да. Долг они обещали рассчитаться. Они появлялись здесь несколько дней назад, сказали, что в понедельник придут, вот, чтобы рассчитываться. Потому что опечатали для страховки. Не ждали визита налоговой службы, судебных приставов и другие компании-должники. В Сколково предприниматели, так же как и Воденцова, задолжали и государству, и собственнику помещения. При этом на месте они уже давно не появляются. Теперь, чтобы заставить бизнесменов вернуть долги, налоговая служба будет принимать другие меры. Инспекции составляются запросы в регистрирующие органы. О месте нахождения эти мероприятия проводятся отделом регистрации и учета налогоплательщиков. И уже по результатам мы координируем свои дальнейшие действия. Работа с налоговыми должниками в Одинцовском районе проводится регулярно, причем не только на выезде. Несколько раз в месяц предприниматели, задолжавшие в бюджет, приглашаются в районную администрацию на заседание профильной комиссии, которая готова пойти навстречу организациям, имеющим долг. Правда, при условии, что бизнесмены намерены погасить задолженность.